Всем здорово, ребят. Записал кучу вам сегодня видосов и решил еще дописать один видосик про интересного героя, о котором спрашивали, с новым талантом затестить. Как видите, у меня уже есть несколько героев. Тестировал их, показывал вам. Но у нас сегодня будет мега интересный тест. Вот Кинди. Изначально вот тестировали мы ее с изворотом, очень крутая получается Кенди, за счет того, что герой имеет встроенный восьмой жог, плюс увеличивает уклонение героя на 32%. Но у нас будет сегодня еще круче сборка, у нас будет вот такая вот тема, будет девятый изворот стоять, 80 энергии, 25 уклонение плюс у героя. Здесь у нас будет Holy Conviction, увеличение от хила в два раза, плюс вот такая вот тема, плюс попробуем новый талант на максималке, который еще дополнительно увеличивает на 8 и восстанавливает при уклонении 50% от жизни героя. В общем, вот такая вот сборка максимальная по уклонению. Сейчас я гляну, что у меня там по уклону. Вот 5 уклонов есть, стоит, смысл рулить нету. В общем, поехали, проверим на рейдах, посмотрим, что это у нас за имба, что она может, как она тащит. У меня чувство, что она будет сливаться, но нифига себе, посмотрите, как миссают. Ну, одна тычка, и она слетает, но миссов дофигища. Надо будет пойти попроще посмотреть по других локациях. Ну, тут, конечно, 30-е прорывы. Одно попадание у героя мало жизни. То есть тут одно попадание, если взять у нее, как видите, жизни. Ну, хотя лям 125. Что там всего? Но это все равно маловато. Как видите, в рейдах ее, к сожалению, пока сливают. Ну, не пока, не попадают. То есть 30-е прорывы однозначно будут попадать. Давайте попробуем. Вот интересно попробовать здесь на подземке. Еще на некоторых локациях затестим. Вот посмотрите, как здесь миссы происходят. У нее, по идее, должно быть восстановление 100% за счет чарки, которая увеличивает, по сути, в два раза и за счет таланта. Соответственно, нашего героя просто тупо убить не могут. Вот здесь реально трэш. Она стоит, по ней просто все тупо миссы. Там, где попадают, она себя, получается, отхиливает на фул. Нереальный уклон. Интересно будет посмотреть еще, честно говоря, наверное, на душика. У него там уклонение дофигища. Это, кстати, идея. Пишите в комментах, что вы думаете по поводу душа с этим талантом. Будем тестить, нет? Тоже будет интересно с этим талантом и с изворотом. Ну, просто жесть, ребят. Нереально попасть по такому герою. Тупо мисс, 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 мисс. Так, хорошо, давайте пойдем посерьезнее подземку. Называется, посерьезнее пошел. 6-10. Здесь у многих проблемы сейчас за счет этих демонов новых автопрокеров. Ну, за счет изворота она получается всегда фул заряженная, потому что 80% как-никак это дофигища каждую секунду. Ну, посмотрим. Ну, то же самое, смотрите, она бьет. Жесть какая-то, конечно.
по сути, у нас ничего на отхил такого нет, только талант, который хилит сразу 50%. И чарка, которая удваивает. То есть, по сути, здесь отхил просто бешеный. Вот сейчас один мисс, она сразу же фуловая. Я не знаю, что разработчики, над чем они думали, когда они это все делали, но это просто жесть, ребят. С любого героя можно сделать имбу, которая будет просто проходить все, всех и вся. Тут смотритель отхилил. Ну, вряд ли она понятно, что она здесь не затащит. Здесь очень много целей. Давайте в седьмую еще хочу посмотреть. Ну, на восьмую бессмысленно идти. Да и здесь, наверное, тоже его шатают. Ну, видите, вот станы, вот единственное, что это стан. То есть в основном этот талант, если вы хотите, чтобы он работал, надо ставить в первую очередь на те герои, у которых иммунитет к стану. Блин, когда мы думали, что Кенди будет свободно на 7-10 стоять себе, угорать над героями. Так, вот сейчас, кстати, посмотрите внимательно на медузу. Вот, медуза. Она просто не пополняется. То есть она просто по герою миссает. 6. Вот, а вот единственный раз попала и сразу ушатала. Кто-то другой попал. Ну, в общем, жесть, короче, ребят. По уклонению, конечно, круто смотрится, но герой, к сожалению, не настолько уже актуален, каким был раньше. А, поехали на аренке затестим. Надеюсь, он по центру будет бежать. Ух ты, против нас тут Огник, Дрейк, все дела. Нам это все нипочем. Жесть. До свидания. До свидания, просто говорит им. Короче, нет слов, я не знаю, зачем было создавать такой талант, но это просто издевательство над бездонатами, как по мне. По разным дорожкам бежит. Посмотрите на отхил героя. Они просто ее не могут убить. Я офигею. Фрея только первый раз попала, только голубь вылетел. Это просто жесть, ребят. My heart rages around like
Ну, тут мисс, просто вот. Она им не дает заряжаться вообще. Рэй вообще через раз попадает. Да. Что тут сказать? Реально прикольный герой, прикольная сборка, уклонения просто бешеная. Просто такой миленький, миленький зайчик, которого нельзя попасть. Так, ладно. Давайте кинем, прикольнемся. Вот такой вот, ребятушки, Кэнди Кейн. Это просто аут какой-то. Ну, я не знаю, тут такие статы. Ну, хотя 5700, но это 5700 базовые статы. А если так посчитать, 30% плюс 25%, ну, 30 плюс 30, 60. Еще у героя, не, у героя с этим 30, 30, 60, плюс лун, около 100% сверху еще накидывается. То есть в итоге получается, что у нашего героя там свыше 10к уклонения. Просто жесть. Это аут, реально. Поехали еще ради интереса в ЗБшке. У меня тут, правда, нет попыток. Я сейчас возьму одну попытку. Может, не одну. Сейчас посмотрим, какой у нас там топ попадется. Ну, нормально. Нормально. Ничего вы надо скажете. Это жесть. То, что это просто аут. Посмотрите на черепа бедного. Череп бил, бил, бил и ничего не может сделать. Бугимен не может зарядиться просто элементарно. Череп то же самое. Это просто аут, ребят. Кто думал, что когда-то будут такие герои, которые будут... Ну, конечно, тут 30-я прокачка, тут топовая, но я думаю, даже без прокачки я постараюсь собрать либо на десяточке, либо на втором тестовом аккаунте. О, отлично. Какие у нас противники есть? Вот есть Огник. Вот здесь интересно посмотреть. Даже недомогание, ребят. Посмотрите, даже есть там недомогание, оно все равно не спасает. Это просто жесть, ребят. Огник, что с тобой? Просто издевательство. Вот попадете вы на такого героя своими героями топовыми, вы его просто не сольете. Я вам засчитаю это поражение. И таких поражений сейчас будет очень много. То есть люди не смогут убивать. Ну давайте, затащите. Ловый сразу же отхил на фул. IGG, что вы сделали? Просто жесть. Ну, короче, пишите в комменты, что вы думаете по поводу этой сборки. Ну, герой нереально крутой получился. А вот у меня еще хочется мне розу потестировать, сделать такую же. И сделать душегуба, посмотреть на душика с максимальным уклонением. У него все-таки тоже уклоны дофигища. И вместе их даже поставить, посмотреть, что получится в итоге под бафами. Ну, это реально полный трэш. Талант просто творит чудеса.
Вообще, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.